Здорово, Нита. Спустя 1000 лет я наконец-то снимаю влог. И влог сегодня непростой. А почему? Потому что наконец-то я сделала маме загранпаспорт. И сегодня мы с мамаджан улетаем далеко и навсегда. К моему глубочайшему сожалению, на досмотре моего багажа выяснилось, что один из пассажиров решил проехать зайцем. Сейчас вы его увидите. У меня один вопрос. Что ты тут делаешь и почему ты ешь мою пиццу? Все, пока. Ну а если по-честному, то Заир наш личный с мамой охранник. Мы платим ему 250 рублей в сутки. Вот. Ну еще немножко кусочек пиццы даем. Вот. На самом деле летим очень далеко и могло произойти не весть что. Поэтому приходится терпеть его компанию. Итак, мама пьет джюс, оранжат. Ест вкусную пиццу, попивает. Мама, как тебе начало отпуска? Все супер, я поняла. Кому интересно, что кушаю я, это сырный суп, немножко мохито и пицца. Мама Джан, ну как вам? Так, ну что, бандиты, с мини-рум-тур по нашей вилле. Прохладный бассейн, потому что тут 30 градусов жары, джакузи, тут можно посидеть и отдохнуть. Идем дальше. Это наша спальня, это моя мама Джан. Такая большая просторная кровать, это москитная сетка, потому что тут ночью орудуют убийцы-комары. It's me. Вот так выглядит наша ванная комната, туалет, душ, который в номере, и душ, который на улице. Это мини-чилл-зон, и самое крутое – это вид. Просто за этот вид можно отдать все, вы посмотрите. Баунти, райское наслаждение. И вот так выглядит наша вилла снаружи.